Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная распаковка 10 полезных товаров. Полезные гаджеты для хозяйства, либо EDC гаджеты, можно их назвать. Но самое интересное, это, конечно, туризм. Есть у нас и тенты хорошие, и коврики самонадувающиеся. То есть, тема интересная. Начнем мы давайте с мелочи. Итак, товар номер один. Такой симпатичный карабинчик. Профессиональный горный карабин. Не знаю, здесь какой-то композит алюминия, наверное, с дюралью. Очень качественный. Судя по надписям, 24 кН он должен выдерживать. Это около 2 тонн на основной разрыв. Здесь есть замок, то есть это, наверное, не автомат, а ручной. Потому что в автомате там оно на пружинке должно быть, насколько я понимаю. То есть закрыли, все, он замкнутый. Распечатали, он открывается. Куча номеров, но это все для альпинизма, конечно, здесь все сложно. В принципе, 2 тонны для меня вполне достаточно. Лично мне эти карабины нужны для буксировочного троса самодельного. Ну и поскольку весит он вообще ничего, 50 грамм, то в принципе можно использовать ее в походе, без вопросов. Интересная универсальная штука, рекомендую всем. Очень легкая, хорошая, удобная и главное, очень качественная. Далее идет еще один интересный карабинчик. Вся хитрость в том, что он вроде бы как обычный, но он имеет замок. Сейчас мы его не откроем, да? Поворачиваем замок вверх, все, карабинчик заработал у нас. То есть подцепили ключи, допустим, да, закрываем его, замок их распер, и все, открыть его нереально, то есть потерять что-то невозможно. Очень маленький, легкий, удобный, сделанный, скорее всего, что из стали. Сейчас мы проверим, да, магнитится стальной. Но раз стальной, значит очень крепкий, поэтому тоже рекомендую, вот такой вот малыш симпатичный. Далее идет у нас очень интересный EDC гаджет, очень полезная штука, кстати, открывается он по собственным весам, он толкает сам себя и раскрывает свою пасть, так сказать. То есть работает он по типу краба, допустим, у нас что-то упало, мы не можем достать рукой, там за батарею где-то ключ упал, или там в машине за движок, цепляем веревку, пожалуйста, ключ мы достали. Без вопросов. Демонстрирую еще раз. Сейчас он закрытый, но стоит ему коснуться какого-то объекта, он раскрылся и поймал. Все. Ключ уже у нас. Дальше у нас идет автомобильная зарядка. Довольно неплохая фирма, поэтому я их не тестирую. Я думаю, что все с ней знакомы, у кого есть автомобиль. То есть к этой фирме вопросов не было никогда. В наборе идет микро-USB кабель зарядки. Все универсально, все просто, все хорошо. Здесь мы имеем выход Type-C и обычный USB. По мощности она, сейчас я вам скажу, 1,6, 1,5, 2 ампера, возможно, максимально. Ну, вполне достаточно. Идем дальше. Дальше у нас китайский автоген. Здесь куча инструкций, но все-таки как-никак газовая горелка. То есть обычная горелочка, но в виде зажигалки она так сделана, такой прикольной. Можно брать ее даже с собой в поход, разжигать костер. Включаем газ. Слышно шипение. Внизу регулятор, можно увеличивать пламя или уменьшать. И здесь есть из горелки переход в обычный режим зажигалки. Все просто горит. Вот в таком режиме можно разжигать костер в лесу, без вопросов. Здесь мы что-то плавим. Специально есть подставочка, чтобы у нас были две свободные руки. То есть мы ее ставим на стол, она горит. Мы себе подставляем все, что нам нужно, и плавим. Горит она беспрерывно, примерно 8 минут. Заряжается обычным газом, вот написано газ, и вход мы видим. Очень удобная штука. Еще раз скажу, что в походе она также будет удобна. В сложных условиях, там где там какой-то там ветер, там где там, не знаю, снег, дождь. Вы не умеете пользоваться огнивом, вам это не интересно, можно брать его и в поход. Сама по себе она очень легкая, заправлена она полностью сейчас. 60 грамм. Вполне отличный носимый вес. Все работает с первого раза, все зажигается без вопросов. Интересная штука, очень интересная. Далее идет хитрый зацеп за пояс тактический. В прошлом видео у меня было немножко другого плана. Здесь у нас карабинчик с композита. Все очень легкое, удобное. Берем пояс, здесь у нас волокрозамок. Закрыли. Все, мертвый у нас висит на поясе. Затяжка. Можно на рюкзак, можно на пояс, можно на молли, стропу, куда угодно. Для снаряжения это просто идеал. Переходим еще к более интересным товарам. Есть у нас такой маячок, он же лампа, он же палаточный фонарик. Устройство очень простое. Имеем кнопку включения-выключения, прорезиненную такую, крючок для зацепа. Здесь идет блок под 3 мизинчиковые батарейки типа 3А, 2 контакта. Но у меня в данном случае будут аккумуляторы. Сейчас мы ее проверим. Итак, обойма заряжена. Так, здесь нужно вот этой стороной, специально здесь есть такая рельса. Вот, все, то есть неправильно ее вставить невозможно. Ничего здесь поэтому не сгорит. Закрываем и пробуем.
Ну, вроде бы работает нормально. Здесь три режима. Самый большой, средний и типа маячка такого. Собственно, вот так вот светит наш малыш. Над лавочкой где-то 2 метра. Это второй режим, не самый яркий. Первый режим уже поярче, нормально. Летом можно будет читать книгу. И третий режим маяк. Далее у нас идут три габаритных товара. Это самонадувающийся коврик. Следующим идет у нас стенд с кордурой Oxford. 4 размера имеем. У нас самый маленький, 210 на 150 сантиметров. И третий товар, также тент, с той же кордуры Oxford, но он большой очень. Здесь 3 на 3 метра. Куча люверсов, интересная штука. Итак, предлагаю всем поехать в лес и посмотреть, что это за птицы. Первый — это коврик, должен надуваться сам. Хорошо, что он в чехле, чехол по идее должен воду держать. Проверить я это не могу, потому что сейчас зима. Но по всем данным, его можно носить как внешнее снаряжение, как внешний обвес, можно сказать и так. Все довольно качественно, ниток я не вижу здесь торчащих. Запирается на кулисе, затяжечка. Все сделано аккуратно. Вот так вот он выглядит. Расстегиваем 2 фастекса и открываем его. В разложенном виде длина у него 1,83 м, если я не ошибаюсь. Вот я уже вижу, он уже начал надуваться. Единственное, что подушка надувается самостоятельно. Вот мы видим гузырь здесь. Сейчас ее надую, и заодно надуется весь коврик. В общем, пока я надувал подушку, коврик уже надулся, стал мягким и пушистым. По толщине он стал примерно 10 сантиметров, то есть стал мягеньким таким. Но единственное, что он потерял в длине. То есть по длине он стал примерно 5 сантиметров короче. Поэтому у кого ростом за 1,80 м, имейте в виду это. А так, неплохой коврик. Тоже заявлено, что он вроде бы как водонепроницаемый, но проверить я это не могу, ребята. Материал очень добротный, хороший. Изъянов я никаких не вижу. Есть дополнительные кнопки, то есть можно пристегивать второй коврик, третий, то есть сделать такое себе ложе. Материал подстилки здесь, я не знаю, с чего он сделан точно, но очень такой плотный, похоже на клеенку. То есть воду он держит, скорее всего, точно. Идем дальше. Тент, в данном случае самый маленький из всех возможных этой фирмы. Идет он в чехольчике в таком, на кулисе. Материал здесь заявленный Oxford. Выдержит он 5000 вроде бы миллиметров воды. Так. Снизу он светлый. Это очень хорошо, то есть если разжигаем костер, он будет отбивать... У нас пламя будет греть. Это очень хорошо. Луверсы здесь такие интересные, с выносом. То есть можно его растягивать как нам угодно. Такой, такой он имеет размер и внешний вид. Не сильно большой вроде бы как, но он очень легенький. То есть можно носить его с собой. Края усилены тесьмой. Очень-очень тоненький материал, но очень плотный. То есть дождь он держать точно будет. Следующий у нас — это здоровенный тент. 3 на 3 метра. Как заявили, выдерживает 5000 миллиметров воды. То есть, грубо говоря, это та же хорошая добротная палатка. Так, ну это уже тоже потяжелее, конечно, ну и размер его. То есть это большая, хорошая, выносливая палатка. Люверсы здесь по краям и по центру, со всех сторон. То есть его можно растягивать как угодно. Края здесь прошиты двойным слоем, двойной тесьмой, что тоже очень хорошо. Все очень хорошо прошито, торчащих ниток я не вижу. Вот такой вот он снизу имеет вид. Все хорошо. Материал тоже очень легкий, очень крепкий. Но вес, потому что размер. Извините, тут уже никак без него. Люверсы вшиты также очень качественно. Вопросов никаких нету. В общем, я сейчас его по-быстрому растянул, так, чтобы было понятно его размеры. Ну, реально машина. Ну, вот реально дом. Дом в лесу. Класс. Весь рисунок видно изнутри, обалденно. Очень приятный такой рисуночек, спокойный такой. Я сюда кинул коврик для понимания размера. Ну, вы видите, тут место валом. 2 человека — это, как говорится, спокойно, 3 тоже лягут, а может быть даже и 4. Камуфляж очень интересный, он подходит и зимой, и летом. Кто знает название, подскажите. Единственное пожелание, кто захочет его купить, люверсы очень маленького диаметра. То есть нужно иметь либо колышки, либо делать вот подобную систему. В общем, превосходный тент, довольно качественный. На этом, я думаю, все. Всем удачи, всего доброго, до свидания, до скорых встреч.